Сиверский район продолжает участвовать в проекте «Большие семейные выходные». 6 и 7 июля в поселениях муниципалитета прошли тематические мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. В Сиверском историко-краеведческом музее состоялось открытие фотовыставки «Жили-были», организованной совместно с газетой «Зори», на которой представили фотографии дружных и активных семей района. Участникам акции вручили благодарности и приятные подарки. Здесь же провели большую интерактивную программу «Семейные игры», где все желающие посмотрели тематическую презентацию, приняли участие в викторине, смастерили оригинальные бусы для своих мам. В Сиверском парке провели конкурс на игровую программу «Нам без дружбы не прожить» для многодетных семей. Все семьи подготовили визитную карточку и творческий номер, а также приняли активное участие в конкурсах. «Большие семейные выходные» – это всероссийский проект, который направлен на объединение разных поколений семьи в совместных активностях и дает возможность интересно и весело провести время вместе, укрепить семейные связи и традиции.